НЛО – неопознанные летающие объекты, пришельцы с других планет, посланцы внеземного разума. С каждым годом в мире фиксируется все больше наблюдений летающих тарелок. В среднем в крупных городах сообщения об НЛО отмечаются 2-3 раза в месяц. Все попытки выдать НЛО за продукт земных технологий не выдерживают критики. Эти объекты известны человечеству много тысяч лет. С глубокой древности остались детальные описания загадочных аппаратов и их пассажиров. В подлинности этих источников сомневаться не приходится. Я полагаю вообще, что человечество зародилось не в райском саду, безусловно. Вот. А было привнесено вот этими пришельцами, которые посещают нас испокон веков. У нас имеется снимок отпечатка стопы человекоподобного существа 140 миллионов лет тому назад, которое произошло в мезозойских песчаниках. И я так полагаю, что контакты вот с внеземным разумом происходят очень-очень давно. Очень давно. Кстати сказать, на некоторых иконах очень старинных, эти НЛО в виде шаров, в виде солнца, они присутствуют почти везде. Так что мы не одиноки во Вселенной. Не исключено, что когда-то пришельцы действительно обучали людей. По одной из гипотез, еще древние египтяне получили свои знания свыше, от небесных богов. Некие неземные люди помогали цивилизации, возникшей на берегах Нила. Благодаря контакту с инопланетным разумом, египтяне и сделали такой гигантский скачок в развитии. Теперь же контакты с инопланетянами в большинстве случаев не несут какой-то информации, способной кардинально изменить мир. Эксперты в области национальной обороны США не исключают возможности того, что пришельцы из других миров прочно обосновались в океанских просторах. Они имеют возможность наблюдать за людьми с морского дна. В последнее время исследователи сильно обеспокоены увеличением количества неопознанных летательных и подводных объектов. Норвегия, 24 октября 1972 года. В этот день моряки одного из судов видели летающую тарелку. Но, как ни странно, технических доказательств этого явления получено не было. Экраны радаров оставались пусты. Выходит, моряки видели просто мираж или стали жертвами массового гипноза. Скорее всего, летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. И у нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанный летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Именно такой принцип поглощения электромагнитных лучей позже ляжет в основу сверхсекретной технологии стелс и позволит американцам строить самолеты-невидимки. Однако в них электромагнитные лучи поглощает специальное покрытие самолета. В случае с неопознанными летающими объектами речь идет о недостижимом для нашей науки технологическом уровне — создании вокруг корпуса непроницаемого поля. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше, понимаете? И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. В результате донесения легли на стол начальника разведки ВМФ вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией было необходимо что-то делать. Иванов вызывает Владимира Ажажу, научного руководителя исследовательской экспедиции на подводной лодке «Северянка». Иванов вывалил мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения и за 3 часа из обычного человека трансформировался в уфолога.
я понял, что это серьезно, и это требует глубоких, фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование, нужно было изучить сам предмет. Быть может, все это выдумки, галлюцинация, мираж? Сомнения отпали почти сразу. Ведь о своих встречах с неопознанными объектами докладывали бывалые моряки, люди опытные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота, контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой длиной в несколько сот метров, как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр и так многократно совершив свои циклы, загружали с него, и цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению, неопознанный объект выглядел примерно так. Тело цилиндрической формы и, судя по всему, сделанное из металла, представляло собой базу. С нее стартовали летательные аппараты и туда же возвращались, совершив полет. Неопознанные объекты не только наблюдали за военными лодками и кораблями, но даже пытались напасть. Были донесения о том, что командиры подводных лодок с помощью гидроакустической аппаратуры им докладывали, они были вынуждены уклоняться, маневрировать от неопознанных подводных целей. Был случай, когда современная атомная подводная лодка попала в клещи и была вынуждена всплыть. И тогда шесть неопознанных летающих объектов, шесть летающих тарелок, симметрично, так сказать, вот, которые окружали подводную лодку, они взлетели и ушли за горизонт. Ситуация повторилась и в другой точке Мирового океана, в территориальных водах Аргентины. Боевая флотилия обнаружила две подводные лодки необычной формы. Противолодочные корабли сбросили на нарушителей границ тонны глубоководных мин. Но даже после такого удара таинственные объекты всплыли на поверхность и, развив невероятную для морского судна скорость, ушли в открытое море. Аргентинские военные рассматривали две версии странных событий. Первая – диверсия. Вторая – вторжение в территориальные воды подводных пришельцев. Странные позывные, которые издают таинственные объекты, фиксировали и советские моряки. Когда его слушаешь, он напоминает, может быть, там, кваканье лягушки там, или ну, что-то похожее. Почему их и назвали квакерами? То есть, и он как и лягушка. Вот лягушка квакает, потом она вдруг замолкает, потом опять начинает квакать. То есть в ней есть какой-то период, какая-то продолжительность, частота. То она начинает быстро квакать, там, значит, там, то, значит, там, ква-ква-ква-ква-ква, там, потом, значит, ква-ква. Так и квакер примерно. Моряки с недоумением рассказывают друг другу о новых встречах. Военно-морская разведка отмечает координаты перемещения объектов. Район их стал расширяться. Если раньше был в Атлантике, то уже стал переходить на, предположим, я говорю про север, значит, Норвежское море. А в дальнейшем уже где-то там на границе, западные границы и Баренцево море стали переходить эти квакеры. Решением главкома военно-морского флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова при разведывательном управлении создается особо секретная группа. Ее задача – ответить на главный вопрос, поставленный командованием. Что такое квакеры и почему они преследуют наши подводные лодки? Если квакеры – часть американской системы слежения, то они должны иметь стандартные радиопоплавки. Однако экспедиция, отправленная на поиски так называемых квакеров, ничего не обнаружила. То есть, по факту, сигналы были, и аппаратура их фиксировала, но сами радиомаяки обнаружить не удалось.
Как только моряки попытались нанести местоположение объектов на карту, выяснилось, сделать это просто невозможно. У военных создалось впечатление, что они постоянно меняют свою дислокацию. Возможно, они там как-то передвигались. Но когда подводная лодка возвращалась с выполнения боевой задачи, я начал смотреть на эти вот точки, которые мы заранее нанесли на карту, которые обозначали обнаруженные так называемые квакеры. Они не совпадали. Ну, какие-то совпадали, а какие-то уже не совпадали. Или на месте одних появлялось излучение с другой характеристикой. Но общей картины не получалось. И создалось впечатление, что это движущийся объект. Что такое квакеры, ученым выяснить так и не удалось. В Министерстве обороны были уверены на 100%. Без Соединенных Штатов Америки здесь не обошлось. В ответ на происки американцев было решено создать собственную глобальную систему, которая могла бы контролировать участки всего Мирового океана. На полную мощность по заданию партии заработали научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Специальным постановлением правительства были выделены деньги. Однако даже для советских оборонных предприятий эта задача оказалась непосильной. Но в конечном итоге все это было разработано уже до техники такой, которая могла быть применена. Но эти буи были такой огромной, так сказать, величины. И они стоили так дорого, что не то, что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально 100 штук поставить было не способно наше производство и наша промышленность. А как же вероятный противник? Быть может, американцы все-таки сумели разработать глобальную систему слежения? И тысячи морских радаров уже наблюдают за нашими субмаринами. Но по данным разведки, дальше создание единичных образцов в секретных лабораториях Пентагона дело так и не пошло. На то время такая задача была абсолютной утопией. Не может быть такой системы обнаружения подводных лодок, которые вот так вот... Ну, как-то непонятным образом распространяется по всему Мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Слишком большое количество и так далее, и так далее. И вообще это неподъемно. От поверхности Земли до ее центра более 6000 километров. Можно ли с уверенностью утверждать, что в этом гигантском пространстве нет места для других цивилизаций? Была цивилизация атлантов. Эти были люди примерно, значит, 5-7 метров ростом. До атлантов существовала цивилизация лемурийцев. Рост поздних лемурийцев был 10 метров. Значит, ранние лемурийцы были 20-метрового роста. Есть версии, что некоторые древние цивилизации не исчезли. Их представители в предчувствии катастрофы ушли под землю по тоннелям, которые они сооружали столетиями. То есть люди, значит, были слишком самодовольны. Люди становились, значит, ну, появлялась гордыня, нос кверху и пошло-поехало. И вот это убило эти цивилизации. Но лучшие из этих цивилизаций ушли в подземный мир. Но подземный мир приютил не только древние цивилизации. На глубине существуют змеи-мутанты и загадочные монстры. Чупакабра – так жители сельских районов Бразилии, Чили и Перу называют существ низкого роста с гребнем на спине и голове. По ночам эти чудовища выходят из-под земли и убивают домашний скот. Подземные твари не едят мясо. Они высасывают у коров кровь. То, что животное пало жертвой чупакабры, определяют по двум круглым ранкам, которые остаются на теле. Будто кровь высасывают через шприц огромными иглами.
1967 год. Калифорния. В объектив камеры исследователей попало странное существо. Снежный человек сидел на берегу ручья. Почуяв людей, он двинулся в сторону леса, оглядываясь на ходу. Это, наверное, самый изученный фильм сейчас на Земле. Там буквально каждая крупинка его изучена. Вот. Нет, конечно, это подлинный фильм. Он снят в 67-м году, когда, напомним, еще не было компьютерной графики, не было современных способов подделки. Откуда приходят эти существа? И где скрываются от человеческих глаз? Подземный мир умеет хранить свои тайны. Он бережет знания древних цивилизаций, которые смогли достичь невероятного уровня развития даже по современным меркам. И вот мы сейчас видим следы той цивилизации, которая была до нас. Им не нужны были нефть и газ. У них была другая энергетика. У них была энергетика заклинаний или мантр. Южный полюс, Антарктида. Еще в 1939 году здесь начинается строительство подземных нацистских баз. Подводные лодки обнаружили под километровым слоем льда целую систему пещер, температура в которых поддерживается на уровне плюс 20 градусов. Немецкие ученые уверены, система пещер Антарктиды соединяется с порталом, который ведет к центру Земли. А значит, и к затонувшей Атлантиде. Гитлером владеет сверхидея – получить от высокоразвитых подземных цивилизаций знания, которые обеспечат фюреру мировое господство. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний, что они даже стали колдовать на Солнце, проводника Бога. И даже колдовали против Бога, потому что он взывал к доброте, к любви и тому подобное. Следы подземных цивилизаций находят и в наши дни. Свидетельства десятков очевидцев вряд ли можно назвать фантастикой. Подземными галереями пронизана вся территория бывшего СССР. В том числе Алтай, Урал и Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. Потайные коридоры проходят под Западной Европой, Америкой, Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком. Целая планета опутана подземными лабиринтами. Вы знаете, вот описание подземного мира идентично. Будь то на Алтае нашем, будь то в Монголии, будь то на Тибете, будь то в Чили. Вот мы анализировали вот все вместе. Там есть внутреннее солнце, там есть Шамбала. Прекрасный мир, состоящий из трех уровней. Еще в 80-х годах следы загадочной цивилизации были обнаружены на дне Черного моря. Каменные скульптуры стоят на глубине 250 метров и выглядят как остатки Атлантиды. Вот эти уникальные кадры. Порода, из которой сделаны фигуры, современной науке неизвестна. Во время погружения гидронавты заметили существ, похожих на людей. У пятиметровых созданий не было зрачков. Атлан, значит, длина его где-то в районе 5 метров. Без всякого снаряжения они под водой живут. Что интересно, допустим, ласты у них не природные, а одетые как бы. Прическа у них типа каре такое. Глаза без зрачков. Ну так, обыкновенный человеческий вид, только очень большой. Кого видели аквалангисты? Животных-мутантов или представителей подводной цивилизации? Для ученых это до сих пор остается загадкой. Европейские хроники исторические, да, они донесли до нашего времени сведения о неком подводном человеке, который жил на юге Испании, и долгое время мог находиться в воде. То есть он выходил на берег. То есть здесь очень много количество людей видели его, конкретно человек, все европейской наружности, молодой человек с длинными вьющимися черными волосами.
И когда он заходил, значит, на отмель и уходил в море, да, и погружался, то погружался на очень длительное время. Он мог часами там находиться как бы на дне, и люди не могли его увидеть. То есть он не выныривал, сказать, не выбирался опять на берег. Тогда таких специалистов-то не было, но просто люди, которые имели научное какое-то образование, да, они могли рассмотреть, что у него между пальцами его руки, да, как бы растут такие перепонки. Кожа была очень бледная кожа, и на позвоночнике у него был такой ярко выраженный позвоночник, как у рыб. То есть вот он стал превращаться как бы в морское животное. Много лет назад в акватории озера Байкал произошли загадочные события, объяснение которым не найдено до сих пор. Под водой водолазы-разведчики сверхсекретного военного подразделения во время учений столкнулись с группой необычных пловцов. Приняв их за подводных диверсантов, водолазы попытались задержать нарушителей. Завязался подводный бой. Несколько наших водолазов погибли. По некоторым данным, под водой произошла встреча с очень странным противником. Таинственные трехметровые пловцы были одеты в чешуйчатые костюмы серебристого цвета. Но главное, у них не было аквалангов. Кто эти удивительные существа? Диверсанты или пришельцы? Легендам о русалках и морских чудовищах несколько тысяч лет. Люди всегда были уверены, что в подводных безднах скрываются таинственные существа. Неопровержимые факты доказывают, обитатели глубин действительно существуют. 2006 год. Сильный шторм выбросил на Атлантическое побережье США странное создание. Его обнаружил местный художник Хуан Кабана на пляже у городка Сент-Петербург. Новость стала сенсацией для местной прессы. Эти снимки прошли тщательную экспертизу, результаты которой тоже стали сенсацией. Выяснилось, что все фотографии подлинные, а внешность существа подходит под классическое описание водной девы – Ундины. Существует такой персонаж мифологический, который называется Ундина, который сочетает в себе признаки человека и признаки рыбы. То есть это девушка с рыбьим хвостом. Туловище флоридской русалки было покрыто чешуей. Вместо ног – рыбий хвост. На голове отчетливо видны жабры и плавники. Пока журналисты и ученые обсуждали находку, предприимчивый художник смог продать чучело русалки на интернет-аукционе. Кто купил его и где хранит свое приобретение, неизвестно. Эта встреча с загадочным морским существом далеко не первая. Существо мужского пола, напоминающее русалку из Флориды, поймали в Адриатическом море еще в середине 15 века. Рисунок морского дьявола стал украшением знаменитой зоологии швейцарского биолога Конрада Геснера. Петр I создавал свою кунсткамеру после своей поездки в Голландию и в Англию. Он очень заинтересовался тамошними исследованиями русалок. А тогда, именно в самом конце 17 века, и в Англии, и в Голландии находились образцы вот этих вот русалок, которые добыли рыбаки во время своих плаваний. Вот запись из судового журнала Генри Гудзона, датированная 15 июня 1608 года. Сегодня довелось наблюдать невиданное доселе существо. Утром два члена нашей компании, Томас Хиллс и Роберт Рейнер, увидели его за бортом. Оно манило нас к себе. Груди и спина выглядели как у женщины. Кожа была белой, волосы смоляные. А в фигуре заметен был хвост, похожий на дельфиний, а по окраске, как у макрели. Европейцы активно осваивали океанские просторы. Начиная с 17 века, из разных концов света моряки привозили странных существ. Они не походили ни на искалеченных людей, ни на представителей животного мира.
были совершенно особые существа с человеческой фигурой, практически женской человеческой фигурой, с хвостом. Вместо рук были плавники, и лицо было непонятного вида, немножко искаженное такое человеческое. Уже тогда натуралисты выдвинули версию. Русалки – нечто среднее между рыбами и людьми. Человека-рыбы. Гипотеза, несомненно, оскверняла божественную природу человека. Морские обитатели были причислены к нечисти. Русалка представлялась не иначе, как опасное и коварное существо. Образ полудевы, полурыбы, который, тем не менее, обладает сладким голосом, которая обитает в морях, в основном, где неспокойно. Ее могут видеть моряки, но она, опять же, сладко поет. И когда моряки от этого пения засыпают, она совершает им всякие пакости и гадости. И все же вопрос о происхождении русалок оставался открытым. Ответить на него не могут до сих пор. Биологи уверены, русалки относятся к группе морских млекопитающих. В настоящее время существуют два рода. Это ламантины и дегонии, которые населяют как моря, так и приустья части рек. Особенностью этих существ является то, что они обладают грудными и молочными железами. Это для млекопитающих явление достаточно редкое. И во время процесса кормления животное берет двумя ластами и в вертикальном положении удерживает детеныша. Ученые полагают, что кормящих ламантинов моряки и принимали за морских дев. Но можно ли перепутать покрытую шерстью морду животного с привлекательным женским лицом? Центр процивилизации должен все-таки находиться там, где показан центр исхождения человечества, как вот белые расы, это вот где-то Северная Евразия, район Северной Евразии. Он может быть обширным районом, действительно. То есть, как бы, многие земли ушли под воду, многие шельфовые земли ушли под воду. Где находятся, например, Азорские острова, и вот как раз острова Бимини, Кубы, где найдены подводные, во-первых, каменные структуры, а на Азорских островах найдены конкретные каменные там лабиринты, каменные сооружения на самих островах, которых не принадлежат культуре, например, там, первых португальцев, которые пришли туда только 500 лет назад. Эти гипотезы выдвигали еще античные историки. Платон и Геродот считали, что все люди изначально были амфибиями. Они населяли сушу и море. Первую эволюционную теорию выдвинул древнегреческий философ Анаксимандр. Он прямо заявил: человек произошел от рыб. И в наши дни антропологи выдвигают предположение: очень давно человек жил в воде. Рыбьи гены действительно сохранились в человеческом ДНК. А дети русалки все еще появляются на свет. Ноября 2006 года в больницу китайского города Чаньша был подброшен мальчик-русалка. Вместо ног – рыбий хвост. Младенец лежал в картонной коробке. Ребенок был крайне истощен. Он умер в палате интенсивной терапии спустя 38 дней. Как правило, дети-русалки гибнут в первые часы жизни. Исключением стали двое – американка Тиффани Йоркс и русалочка из Перу Милагрос Серон, которая перенесла операцию по разделению конечностей. В 2004 году экспедиция Жака Латена обнаружила в Африке доселе неизвестное племя. Невероятно, но эти люди были хладнокровные, как рыбы, пресмыкающиеся или динозавры. Но самое потрясающее и необъяснимое – у всех представителей племени имеются на позвоночнике остроконечные роговые наросты. Удивительно то, что эти шипы, их длина достигает 35 сантиметров, растут прямо из спины. Шипы есть даже у детей. Мы считаем, что причиной их роста, возможно, является какая-то генетическая мутация. Судя по всему, позвоночные шипы остались у заирских пигмеев как наследство от далеких предков.
Как предполагает профессор Жак Латен, аборигены приходятся родственниками древним ящерам, обитавшим под водой. Среди них в результате эволюции или генетических экспериментов инопланетян и появилась разумная форма – человека-замры. Известный американский исследователь Карл Саган еще в 80-е годы прошлого века предположил, что предки человека вовсе не приматы, а динозавры. Выходит, люди с роговыми наростами на спине – еще одно подтверждение этой версии. Эти люди-ящеры представляют собой странную смесь человека и пресмыкающегося. Тогда вероятно предположить, что русалки являются человека-рыбами. Но до сих пор ученые полагали, что такие существа нежизнеспособны. Зафиксировано два вида человекоподобных существ, которые обитают в воде. Традиционные морские русалки с рыбьими хвостами и речные, обитающие в пресных водоемах с ногами. Эти существа известны всей Европе. Славяне считали, что к русалкам относятся утопленницы и некрещенные дети. В лунные ночи речные создания выходят на берег. За последние 50 лет с этими странными сущностями встречались десятки людей. Русалок и водяных встречали в Белоруссии и Молдавии, на Украине, в Карелии, на Кольском полуострове и даже на Урале. В 1980 году в Кагаульских плавнях на границе Румынии и Молдавии капитан погранвойск Анатолий Семибрат рыбачил в заброшенном карьере. Неожиданно он услышал странные булькающие звуки. Почти в центре водоема он заметил загадочное существо, покрытое мхом или водорослями. Оно было небольшого роста, около 1,5 метра, с крупной головой и кожистыми перепонками между пальцев. Жестами и звуками существо будто пыталось привлечь внимание рыбака. Это были звуки, нечленораздельные звуки, похожие на те, которые издают какие-то приматы, типа лемуров, вот такие вот, полуобезьяны, но не люди. При ближайшем рассмотрении Анатолий Семибрат заметил на боку монстра рваную рану. Отыскав в кармане бинт, пограничник оказал существу первую помощь. Придя в себя, создание скрылось в воде. Как профессиональный ныряльщик, взметнув вверх ноги, на которых, опять же, этот пограничник заметил какое-то подобие не то каких-то перепонок, не то каких-то странных образований, каких-то таких кожистых. С кем повстречался Анатолий Семибрат в камышовых плавнях? Водяным, лешим или человеком-амфибией? Очевидно одно – это человекообразное существо, живущее в воде и способное мыслить. Но это мог быть неизвестный родственник человека, который до поры скрывается от ученых, которые, кстати, не пытаются его открывать, и никто не собирается его исследовать. Местные старожилы рассказывали, что еще в голодные послевоенные годы рыболовы видели водяного. Его даже подкармливали, специально оставляя на берегу мелкую рыбешку. Этот случай не единственный. На Урале сразу после войны русалки и водяные обитали почти в каждом водоеме. Но со временем популяция загадочных существ сильно сократилась. Ночью 25 августа 1974 года 14-летний Саша Катаев пешком возвращался домой в уральскую деревню. Он шел по берегу реки Чусовая. И увидел, что в воде кто-то плещется. Он подошел поближе посмотреть, что там такое. Оказалось, тоже были какие-то существа непонятные. Двухметрового самца с головы до ног покрывала густая темная шерсть. Самка ростом поменьше, с молочными железами и большим животом. Сначала Саша решил, что перед ним какие-то животные, но уже через несколько минут понял – существа разумны. Дело в том, что они совершали человеческие движения. Они вели себя как люди. Они переговаривались друг с другом. Видно было, что это общение. Саша запомнил непривычные для человеческого уха звуки, которые издавали эти существа. Голоса были резкие, неестественного тембра, с металлическим оттенком. Он за ними проследил благодаря лунному сиянию, которое падало на реку. Затем, когда они выбрались на берег, на противоположный, стали карабкаться вверх по скале и скрылись в темноте.
На Земле существуют животные, популяции которых довольно малы. Потому и ученым о них неизвестно. Сказки и легенды не только описывают их, но и наделяют сверхъестественными способностями. Отделить правду от вымысла невозможно. Но ученые и биологи уверены, мифы возникли не на пустом месте. Прототипы для существования мифологических животных могли существовать любая мифология. Они основываются на интерпретации каких-то первичных фактов, которые нередко для нас уже как бы скрыты под толщей исторических наслоений. Вероятно, что загадочные существа попадают к нам из параллельных миров. Но есть и другое мнение. Лешие, водяные и русалки существуют в реальной действительности. В марте 1966 года специалисты ВМС США начинают проверки нового оборудования. Под водой установлена сеть гидрофонов. Они должны наблюдать за советскими подлодками. Сверхчувствительная аппаратура установлена на 100-метровой глубине и способна распознавать до сотни подводных звуков. Песни китов, гул судовых винтов, трение айсбергов, раскаты подводных землетрясений. Но во время испытаний зафиксированы низкочастотные звуки, которые ставят военных в тупик. Они передавались на длинных волнах и были похожи на чьи-то позывные. Анализ показал, это закодированная информация, будто кто-то пытался привлечь внимание. Источник сигналов засекли. Он находился на глубине 8 километров в самом глубоком месте Мирового океана, Марианской впадине. Этот случай вовсе не исключительный. Подводные атаки неизвестных существ фиксируются постоянно. В апреле 1995 года на дно Марианской впадины погружалась американская беспилотная платформа. Она была оснащена прочными стальными тросами, мощными прожекторами, сверхчувствительными камерами и микрофонами. Спустя несколько часов на экранах мониторов появились силуэты довольно крупных тел, а микрофоны фиксировали скрежет железа и глухие удары. Платформу стали срочно поднимать на поверхность. Мощные конструкции оказались погнутыми, остальной канат толщиной 2 сантиметра наполовину перепилен. Еще немного, и платформа навсегда осталась бы на дне океана. Складывалось ощущение, что кто-то пытался завладеть научным оборудованием или же защищал свою территорию. И их было не хаотичное, не какое-то там стихийное. Это были разумные экзерсисы, разумная деятельность, которая показывала, что мы сталкиваемся с каким-то неизвестным нам разумом. Так непонятные подводные свечения довольно часто появляются в акватории Средиземного моря, а из-под воды периодически вылетают неизвестные объекты. По нашей статистике, из 1000 собранных случаев аномальных явлений в гидросфере, 50% составляют случаи, которые можно отнести к наблюдениям и контактам как с НЛО над акваториями, так и с подводными объектами, которые просматриваются непосредственно под водой. Что же находится на дне океана? Исследователям до сих пор не под силу расшифровать радиосигналы, которые исходят из-под воды. Похожие звуки периодически доносятся со дна Средиземного моря. Их слышат жители прибрежных районов, рыбаки, матросы и ныряльщики. Звуки напоминают гул от работы строительной техники. Но самое главное, на этих участках стремительно меняется рельеф морского дна. Подобное происходит и в других местах. В начале 90-х годов при обследовании дна Бермудского треугольника были обнаружены две гигантские пирамиды из материала, напоминающего толстое стекло. Ученые утверждают, этим строением вряд ли может быть более 50 лет. Многие такие измышления, многие такие гипотезы, они идут вот именно от Эдгара Кейси, американского пророка, который в свое время заявлял в своих чтениях, о ридингах так называемых, там, в 30-х годах еще, о том, что
Атланты, на дне там, Бермудского треугольника, существует такой какой-то энергетический комплекс. Большой энергетический комплекс, который, ну, создает вот все те аномальные явления, о которых мы сейчас знаем. Да? Это потеря различных самолетов, судов, значит, неопознанные какие-то обломки, ну и, значит, различные изменения в пространственно-временном континууме, да? То есть разрыв какой-то во времени и в пространстве. В 1997 году австралийские военные моряки обследуют дно котловины Беренсгаузена. На глубине 6 километров кинокамера батискафа фиксирует загадочные постройки, излучающие яркий внутренний свет. Пленка проходит экспертизу в крупнейших университетах Австралии и Англии. Вывод один. Все постройки имеют искусственное происхождение. Если на дне океана действительно существует таинственная цивилизация, то кто населяет подводные глубины? Инопланетяне или человекообразные существа? Ученые допускают, в морских пучинах могла выжить древняя раса амфибий. На тему о русалках существует целая литература огромная. Вот, и не случайно все это возникает. То есть, как любая сказка, как любая легенда, она должна иметь материальную какую-то, материалистичную основу. То есть, значит, существует какой-то подводный мир. И с ним периодически людям приходится встречаться. Это предположение подтверждает факты. Сообщения о подводных существах поступают регулярно. В марте 2004 года азербайджанские рыбаки с траулера «Бакы» заметили в Каспийском море Рунаншаха. Так в этих местах называют человека-амфибию. Странное существо довольно долго сопровождало рыболовецкое судно. Вначале моряки приняли его за крупную рыбу, но вскоре увидели, что голова чудовища покрыта густыми волосами, а вместо плавников у него руки. Загадочное создание издавало гортанные булькающие звуки, а потом скрылось в глубине. Спустя несколько месяцев Рунаншаха видели в прибрежных водах недалеко от азербайджанского города Ленкорань. На этот раз человек-амфибия появился в окружении косяка рыб. Примерно так может выглядеть представитель подводной цивилизации. Небольшого роста, около 165 сантиметров плотного телосложения, с ластоногими ступнями и перепонками на руках. На голове темные волосы с зеленоватым отливом. Руки и ноги короче и толще, чем у человека. Роговые образования есть не только на пальцах в виде ногтей, но и на кончике носа. А рот скорее напоминает акулью пасть. Обычно его видят в районах с плохой экологией. А после посещения странного существа вода на несколько дней вновь становится чистой и прозрачной. Вполне вероятно, что в мировом океане действительно существует скрытая от наших глаз подводная цивилизация. Для нас это кажется фантастикой, но только сегодня мы начинаем понимать, что без кропотливого исследования земных глубин картина Вселенной не может быть полной. Километров в самом глубоком месте мирового океана – Марианской впадине. Этот случай вовсе не исключительный. Подводные атаки неизвестных существ фиксируются постоянно. В апреле 1995 года на дно Марианской впадины погружалась американская беспилотная платформа. Она была оснащена прочными стальными тросами, мощными прожекторами, сверхчувствительными камерами и микрофонами. Спустя несколько часов на экранах мониторов появились силуэты довольно крупных тел, а микрофоны фиксировали скрежет железа и глухие удары. Платформу стали срочно поднимать на поверхность. Мощные конструкции оказались погнутыми, остальной канат толщиной 2 сантиметра наполовину перепилен. Еще немного, и платформа навсегда осталась бы на дне океана. Складывалось ощущение, что кто-то пытался завладеть научным оборудованием или же защищал свою территорию. И их было не хаотичное, не какое-то там стихийное. Это были разумные экзерсисы
разумная деятельность, которая показывала, что мы сталкиваемся с каким-то неизвестным нам разумом. Так непонятные подводные свечения довольно часто появляются в акватории Средиземного моря, а из-под воды периодически вылетают неизвестные объекты. По нашей статистике, из 1000 собранных случаев аномальных явлений в гидросфере, 50% составляют случаи, которые можно отнести к наблюдениям и контактам как с НЛО над акваториями, так и с подводными объектами, которые просматриваются непосредственно под водой. Что же находится на дне океана? Исследователям до сих пор не под силу расшифровать радиосигналы, которые исходят из-под воды. Похожие звуки периодически доносятся со дна Средиземного моря. Их слышат жители прибрежных районов – рыбаки, матросы и ныряльщики. Звуки напоминают гул от работы строительной техники. Но самое главное – на этих участках стремительно меняется рельеф морского дна. Подобное происходит и в других местах. В начале 90-х годов при обследовании дна Бермудского треугольника были обнаружены две гигантские пирамиды из материала, напоминающего толстое стекло. Ученые утверждают, этим строением вряд ли может быть более 50 лет. Многие такие измышления, многие такие гипотезы, они идут вот именно от Эдгара Кейси, американского пророка, который в свое время заявлял в своих чтениях о ридингах. Так называемых. Подземные твари не едят мясо. Они высасывают у коров кровь. То, что животное пало жертвой чупакабры, определяют по двум круглым ранкам, которые остаются на теле. Будто кровь высасывают через шприц огромными иглами. 1967 год. Калифорния. В объектив камеры исследователей попало странное существо. Снежный человек сидел на берегу ручья. Почуяв людей, он двинулся в сторону леса, оглядываясь на ходу. Это, наверное, самый изученный фильм сейчас на Земле. Там буквально каждая крупинка его изучена. Вот. Нет, конечно, это подлинный фильм. Он снят в 67-м году, когда, напомним, еще не было компьютерной графики, не было современных способов подделки. Откуда приходят эти существа? И где скрываются от человеческих глаз? Подземный мир умеет хранить свои тайны. Он бережет знания древних цивилизаций, которые смогли достичь невероятного уровня развития даже по современным меркам. И вот мы сейчас видим следы той цивилизации, которая была до нас. Им не нужны были нефть и газ. У них была другая энергетика. У них была энергетика заклинаний или мантр. Южный полюс, Антарктида. Еще в 1939 году здесь начинается строительство подземных нацистских баз. Подводные лодки обнаружили под километровым слоем льда целую систему пещер, температура в которых поддерживается на уровне плюс 20 градусов. Немецкие ученые уверены, система пещер Антарктиды соединяется с порталом, который ведет к центру Земли. А значит, и к затонувшей Атлантиде. Гитлером владеет сверхидея – получить от высокоразвитых подземных цивилизаций знания, которые обеспечат фюреру мировое господство. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний, что они даже стали колдовать на Солнце, проводника Бога. И даже колдовали против Бога, потому что он взывал к доброте, к любви и тому подобное. Следы подземных цивилизаций находят и в наши дни. Свидетельства десятков очевидцев вряд ли можно назвать фантастикой. Подземными галереями пронизана вся территория бывшего СССР. В том числе Алтай, Урал и Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. Потайные коридоры проходят под Западной Европой, Америкой. В их городах сообщения об НЛО отмечаются 2-3 раза в месяц. Все попытки выдать НЛО за продукт земных технологий не выдерживают критики. Эти объекты известны человечеству много тысяч лет.
С глубокой древности остались детальные описания загадочных аппаратов и их пассажиров. В подлинности этих источников сомневаться не приходится. Я полагаю вообще, что человечество зародилось не в райском саду, безусловно. Вот. А было привнесено вот этими пришельцами, которые посещают нас испокон веков. У нас имеется снимок отпечатка стопы человекоподобного существа 140 миллионов лет тому назад, которое произошло в мезозойских песчаниках. И я так полагаю, что контакты вот с внеземным разумом происходят очень-очень давно. Очень давно. Кстати сказать, на некоторых иконах очень старинных, эти НЛО в виде шаров, в виде солнц, они присутствуют почти везде. Так что мы не одиноки во Вселенной. Не исключено, что когда-то пришельцы действительно обучали людей. По одной из гипотез, еще древние египтяне получили свои знания свыше, от небесных богов. Некие неземные люди помогали цивилизации, возникшей на берегах Нила. Благодаря контакту с инопланетным разумом, египтяне и сделали такой гигантский скачок в развитии. Теперь же контакты с инопланетянами в большинстве случаев не несут какой-то информации, способной кардинально изменить мир. Эксперты в области национальной обороны США не исключают возможности того, что пришельцы из других миров прочно обосновались в океанских просторах. Они имеют возможность наблюдать за людьми с морского дна. В последнее время исследователи сильно обеспокоены увеличением количества неопознанных летательных и подводных объектов. Норвегия, 24 октября 1972 года. В этот день моряки одного из судов видели летающую тарелку. Но, как ни странно, технических доказательств этого явления получено не было. Экраны радаров оставались пусты. Выходит, моряки видели просто мираж или стали жертвами массового гипноза. Скорее всего, летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Европейцы активно осваивали океанские просторы. Начиная с 17 века, из разных концов света моряки привозили странных существ. Они не походили ни на искалеченных людей, ни на представителей животного мира. Были совершенно особые существа с человеческой фигурой, практически женской человеческой фигурой, с хвостом. Вместо рук были плавники, и лицо было непонятного вида, немножко искаженное такое человеческое. Уже тогда натуралисты выдвинули версию. Русалки – нечто среднее между рыбами и людьми. Человека-рыбы. Гипотеза, несомненно, оскверняла божественную природу человека. Морские обитатели были причислены к нечисти. Русалка представлялась не иначе, как опасное и коварное существо. Образ полудевы, полурыбы, который, тем не менее, обладает сладким голосом, которая обитает в морях, в основном, где неспокойно, ее могут видеть моряки, но она, опять же, сладко поет. И когда моряки от этого пения засыпают, она совершает им всякие пакости и гадости. И все же вопрос о происхождении русалок оставался открытым. Ответить на него не могут до сих пор. Биологи уверены, русалки относятся к группе морских млекопитающих. В настоящее время существуют два рода. Это ламантины и дегонии, которые населяют как моря, так и приустья части рек. Особенностью этих существ является то, что они обладают грудными и молочными железами. Это для млекопитающих явление достаточно редкое. И во время процесса кормления животное берет двумя ластами и в вертикальном положении удерживает детеныша. Ученые полагают, что кормящих ламантинов моряки и принимали за морских дев. Но можно ли перепутать покрытую шерстью морду животного с привлекательным женским лицом?
Центр процивилизации должен все-таки находиться там, где показан центр исхождения человечества, как вот белая раса, это вот где-то Северная Евразия, район Северной Евразии. Он может быть обширным районом, действительно. То есть, как бы, многие земли ушли под воду, многие шельфовые земли ушли под воду. Где находятся, например, Азорские острова, и вот как раз острова Бимини, Кубы, где найдены подводные, во-первых, каменные структуры, а на Азорских островах найдены конкретные каменные там, лабиринты, каменные сооружения на самих островах, которые не принадлежат культуре, например, идут вот именно от Эдгара Кейси, американского пророка, который в свое время заявлял в своих чтениях, ридингах так называемых, там, в 30-х годах еще, о том, что Атланты на дне там, Бермудского треугольника существует такой какой-то энергетический комплекс. Большой энергетический комплекс, который создает вот все те аномальные явления, о которых мы сейчас знаем. Да? Это потеря различных самолетов, судов, значит, неопознанные какие-то обломки, различные изменения в пространственно-временном континууме, да, то есть разрыв какой-то во времени и в пространстве. В 1997 году австралийские военные моряки обследуют дно котловины Беллинсгаузена. На глубине 6 километров кинокамера батискафа фиксирует загадочные постройки, излучающие яркий внутренний свет. Пленка проходит экспертизу в крупнейших университетах Австралии и Англии. Вывод один. Все постройки имеют искусственное происхождение. Если на дне океана действительно существует таинственная цивилизация, то кто населяет подводные глубины? Инопланетяне или человекообразные существа? Ученые допускают, в морских пучинах могла выжить древняя раса амфибий. На тему о русалках существует целая литература огромная. Вот, и не случайно все это возникает. То есть, как любая сказка, как любая легенда, она должна иметь материальную какую-то, материалистичную основу. То есть, значит, существует какой-то подводный мир. И с ним периодически людям приходится встречаться. Это предположение подтверждает факты. Сообщения о подводных существах поступают регулярно. В марте 2004 года азербайджанские рыбаки с траулера «Бакы» заметили в Каспийском море Рунаншаха. Так в этих местах называют человека-амфибию. Странное существо довольно долго сопровождало рыболовецкое судно. Вначале моряки приняли его за крупную рыбу, но вскоре увидели, что голова чудовища покрыта густыми волосами, а вместо плавников у него руки. Загадочное создание издавало гортанные булькающие звуки, а потом скрылось в глубине. Спустя несколько месяцев Рунаншаха видели в прибрежных водах недалеко от азербайджанского города Ленкарань. На этот раз человек-амфибия появился в окружении косяка рыб. Примерно так может выглядеть представитель подводной цивилизации. Небольшого роста, около 165 сантиметров плотного телосложения, с ластоногими ступнями и перепонками на руках. На голове темные волосы с зеленоватым отливом. Руки и ноги короче и толще, чем у человека. Роговые ожисты. С кем повстречался Анатолий Семибрат в камышовых плавнях? Водяным, лешим или человеком-амфибией? Очевидно одно – это человекообразное существо, живущее в воде и способное мыслить. Но это мог быть неизвестный родственник человека, который до поры скрывается от ученых, которые, кстати, не пытаются его открывать, и никто не собирается его исследовать. Местные старожилы рассказывали, что еще в голодные послевоенные годы рыболовы видели водяного. Его даже подкармливали, специально оставляя на берегу мелкую рыбешку. Этот случай не единственный. На Урале сразу после войны русалки и водяные обитали почти в каждом водоеме. Но со временем популяция загадочных существ сильно сократилась. Ночью 25 августа 1974 года 14-летний Саша Катаев пешком возвращался домой в уральскую деревню. Он шел по берегу реки Чусовая. И увидел, что в воде кто-то плещется. Он подошел поближе посмотреть, что там такое. Оказалось, тоже были какие-то существа непонятные.
Двухметрового самца с головы до ног покрывала густая темная шерсть. Самка ростом поменьше, с молочными железами и большим животом. Сначала Саша решил, что перед ним какие-то животные, но уже через несколько минут понял – существа разумные. Дело в том, что они совершали человеческие движения. Они вели себя как люди. Они переговаривались друг с другом. Видно было, что это общение. Саша запомнил непривычные для человеческого уха звуки, которые издавали эти существа. Голоса были резкие, неестественного тембра, с металлическим оттенком. Он за ними проследил благодаря лунному сиянию, которое падало на реку. Затем, когда они выбрались на берег, на противоположный, стали карабкаться вверх по скале и скрылись в темноте. На Земле существуют животные, популяции которых довольно малы. Потому и ученым о них неизвестно. Сказки и легенды не только описывают их, но и наделяют сверхъестественными способностями. Отделить правду от вымысла невозможно. Но ученые и биологи уверены, мифы возникли не на пустом месте. Прототипы для существования мифологических животных могли существовать любая мифология. Они основываются на интерпретации каких-то первичных фактов, которые нередко для нас уже как бы скрыты под толщей исторических наслоений. Вероятно, что загадочные существа попадают к нам из параллельных миров. Но есть и другое мнение. Лешие, водяные и русалки существуют в реальной действительности. Слишком самодовольны. Люди становились, значит, ну, появлялась гордыня, нос кверху, и пошло-поехало. И вот это губило эти цивилизации. Но лучшие из этих цивилизаций ушли в подземный мир. Но подземный мир приютил не только древние цивилизации. На глубине существуют змеи-мутанты и загадочные монстры. Чупакабра. Так жители сельских районов Бразилии, Чили и Перу называют существ низкого роста с гребнем на спине и голове. По ночам эти чудовища выходят из-под земли и убивают домашний скот. Подземные твари не едят мясо. Они высасывают у коров кровь. То, что животное пало жертвой чупакабры, определяют по двум круглым ранкам, которые остаются на теле. Будто кровь высасывают через шприц огромными иглами. 1967 год. Калифорния. В объектив камеры исследователей попало странное существо. Снежный человек сидел на берегу ручья. Почуяв людей, он двинулся в сторону леса, оглядываясь на ходу. Это, наверное, самый изученный фильм сейчас на Земле. Там буквально каждая крупинка его изучена. Вот. Нет, конечно, это подлинный фильм. Он снят в 67-м году, когда, напомним, еще не было компьютерной графики, не было современных способов подделки. Откуда приходят эти существа? И где скрываются от человеческих глаз? Подземный мир умеет хранить свои тайны. Он бережет знания древних цивилизаций, которые смогли достичь невероятного уровня развития даже по современным меркам. И вот мы сейчас видим следы той цивилизации, которая была до нас. Им не нужны были нефть и газ. У них была другая энергетика. У них была энергетика заклинаний или мантр. Южный полюс, Антарктида. Еще в 1939 году здесь начинается строительство подземных нацистских баз. Подводные лодки обнаружили под километровым слоем льда целую систему пещер, температура в которых поддерживается на уровне плюс 20 градусов. Немецкие ученые уверены, система пещер Антарктиды соединяется с порталом, который ведет к центру Земли. А значит, и к затонувшей Атлантиде. Гитлером владеет сверхидея – получить от высокоразвитых подземных цивилизаций знания, которые обеспечат фюреру мировое господство. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики. Это были разумные экзерсисы, разумная деятельность, которая показывала, что мы сталкиваемся с каким-то неизвестным нам разумом.
Так непонятные подводные свечения довольно часто появляются в акватории Средиземного моря, а из-под воды периодически вылетают неизвестные объекты. По нашей статистике, из 1000 собранных случаев аномальных явлений в гидросфере, 50% составляют случаи, которые можно отнести к наблюдениям и контактам как с НЛО над акваториями, так и с подводными объектами, которые просматриваются непосредственно под водой. Что же находится на дне океана? Исследователям до сих пор не под силу расшифровать радиосигналы, которые исходят из-под воды. Похожие звуки периодически доносятся со дна Средиземного моря. Их слышат жители прибрежных районов – рыбаки, матросы и ныряльщики. Звуки напоминают гул от работы строительной техники. Но самое главное – на этих участках стремительно меняется рельеф морского дна. Подобное происходит и в других местах. В начале 90-х годов при обследовании дна Бермудского треугольника были обнаружены две гигантские пирамиды из материала, напоминающего толстое стекло. Ученые утверждают, этим строением вряд ли может быть более 50 лет. Многие такие измышления, многие такие гипотезы, они идут вот именно от Эдгара Кейси, американского пророка, который в свое время заявлял в своих чтениях, о ридингах так называемых, там, 30-х годах еще, о том, что атланты на дне там, Бермудского треугольника существует такой какой-то энергетический комплекс. Большой энергетический комплекс, который создает вот все те аномальные явления, о которых мы сейчас знаем. Да? Это потеря различных самолетов, судов, значит, неопознанные какие-то обломки. Различные изменения в пространственно-временном континууме, да, то есть разрыв какой-то во времени и в пространстве. В 1997 году австралийские военные моряки обследуют дно котловины Беллинсгаузена. На глубине 6 километров кинокамера батискафа фиксирует загадочные постройки, излучающие яркий внутренний свет. Пленка проходит экспертизу в крупнейших университетах Австралии и Англии. Вывод один. Все постройки имеют искусственное происхождение. Если на дне океана действительно существует таинственная цивилизация, то кто населяет подводные глубины? Норвегия, 24 октября 1972 года. В этот день моряки одного из судов видели летающую тарелку. Но, как ни странно, технических доказательств этого явления получено не было. Экраны радаров оставались пусты. Выходит, моряки видели просто мираж или стали жертвами массового гипноза. Скорее всего, летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. И у нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанный летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Именно такой принцип поглощения электромагнитных лучей позже ляжет в основу сверхсекретной технологии стелс и позволит американцам строить самолеты-невидимки. Однако в них электромагнитные лучи поглощает специальное покрытие самолета. В случае с неопознанными летающими объектами речь идет о недостижимом для нашей науки технологическом уровне – создании вокруг корпуса непроницаемого поля. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше, понимаете? И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. В результате донесения легли на стол начальника разведки ВМФ вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией было необходимо что-то делать. Иванов вызывает Владимира Ажажу, научного руководителя исследовательской экспедиции на подводной лодке «Северянка». Иванов вывалил мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов
на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения, и за 3 часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно, и это требует глубоких, фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование, нужно было изучить сам предмет. Быть может, все это выдумки, галлюцинация, мираж? Сомнения отпали почти сразу. Ведь о своих встречах с неопознанными объектами докладывали бывалые моряки, люди опытные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота контр-адмирала Владимира Домысловского. То, что животное пало жертвой чупакабры, определяют по 2 круглым ранкам, которые остаются на теле. Будто кровь высасывают через шприц огромными иглами. 1967 год. Калифорния. В объектив камеры исследователей попало странное существо. Снежный человек сидел на берегу ручья. Почуяв людей, он двинулся в сторону леса, оглядываясь на ходу. Это, наверное, самый изученный фильм сейчас на Земле. Там буквально каждая крупинка его изучена. Вот. Нет, конечно, это подлинный фильм. Он снят в 67-м году, когда, напомним, еще не было компьютерной графики, не было современных способов подделки. Откуда приходят эти существа? И где скрываются от человеческих глаз? Подземный мир умеет хранить свои тайны. Он бережет знания древних цивилизаций, которые смогли достичь невероятного уровня развития даже по современным меркам. И вот мы сейчас видим следы той цивилизации, которая была до нас. Им не нужны были нефть и газ. У них была другая энергетика. У них была энергетика заклинаний или мантр. Южный полюс, Антарктида. Еще в 1939 году здесь начинается строительство подземных нацистских баз. Подводные лодки обнаружили под километровым слоем льда целую систему пещер, температура в которых поддерживается на уровне плюс 20 градусов. Немецкие ученые уверены, система пещер Антарктиды соединяется с порталом, который ведет к центру Земли. А значит, и к затонувшей Атлантиде. Гитлером владеет сверхидея – получить от высокоразвитых подземных цивилизаций знания, которые обеспечат фюреру мировое господство. Почему погибли атланты? Они до такой степени одурели от возможностей энергетики заклинаний, что они даже стали колдовать на Солнце, проводника Бога. И даже колдовали против Бога, потому что он взывал к доброте, к любви и тому подобное. Следы подземных цивилизаций находят и в наши дни. Свидетельства десятков очевидцев вряд ли можно назвать фантастикой. Подземными галереями пронизана вся территория бывшего СССР. В том числе Алтай, Урал и Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. Потайные коридоры проходят под Западной Европой, Америкой, Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком. Целая планета опутана подземными.